Скажите, пожалуйста, почему на святые праздники нельзя убирать, резать, шить и так далее? Плохо это на самом деле или хорошо? Спасибо за ответ. Когда-то такой вопрос я задавал человеку высокого ранга, имеющий высокий ранг в христианском, в иерархии христианского служения. И данный человек мне сказал, что по идее можно все, что связано с тем, чтобы кормить. Дело в том, что праздники – это когда человек радуется. В случае, если… А что такое работа? Работа – это батрачить. Когда ты батрачишь, то тебе тяжело. Тебя это утомляет, угнетает, раздражает и так далее, и так далее. Здесь, скорее всего, не столько нужно резать, шить и далее, а сколько найти в себе возможность, в случае, если вам то, чем вы занимаетесь, это нравится, то в праздник делать можно. В случае, если это не нравится вам, то в праздник делать этого лучше не стоит. Вот так, скорее всего. Вообще, я хочу сказать, что лучше всегда делать все на празднике, чтобы праздник состоялся. Это танцевать с близкими, обнимать, кружиться, создавать веселье, выступления, если есть дети, создавать ощущение вот счастья, хотя бы ощущение.